Hey, okay, с вами Шумики, и мы продолжаем пройти игру под названием Shadow Warrior. Если вы помните, или вообще вспомнили этот момент, я давно проходил эту игру, в плане того, что я ее недопрошел. Нам, в принципе, здесь не так уж много осталось, поэтому я решил, нужно пройти игры, которые я, типа, начал, чтобы у меня не было меньше незавершенных игр. Так, давай немного мы с вами сейчас... Мысли достижений нету. Что за бред? Мы же с вами играли, у меня же все было. Ну вот, видите, есть достижение 32 из 91. Странно. Ладно, странно, как это работает. Все по нулям. По идее, мы находимся сейчас на 13 или 12, кажется, глава. Ладно. Так, лево-влево. Так, это хил. И это, кажется, защита. Не изучено. Это что поднимает вверх врагов? Катана. Пистолет, автомат, арбалет, дробовик, огнемет, ракетница, сердце. Ну что, давайте, я думаю, пойдем. Тут пахнет детскими какашками. Я не помню, какие здесь были враги, ребят. Я помню, что мы с вами искали всякие секретки. Секретки, пытались найти пасхалки. О. Деньги нам нужно, если я не ошибаюсь, для прокачки и всего такого. Так. Рывок. Это у нас энергия, я понял. Карабкаться я могу? Не могу. А куда мне идти хотя бы? Я отсюда пришел. Блин, я... Вот знаете, нам нужно найти профессора. Фигня в том, что я не помню... Где я был, а где я не был. Там еще светится то, что мне нужно. Вещи подбираются автоматически. Что-то режется, что-то не режется. Так, печеньки с предсказаниями, это тоже нужно собирать, я помню. То рано встает, тому бог подает. Сыр достается второй мыши. Так, вот этих я помню. Так, стопе. Влево-влево, защита. Да-да-да, ребят. Я помню, что я прокачал защиту, то что мы хотели чисто на самурая играть. А, так, тут сохранение же есть, да, есть сохранение игр. Давайте сразу сохраню. Главное, чтобы оно не вылетало, ничего в таком духе.
второй момент, который меня интересует, это... Подождите. GHKLMOP. А, все, видите, а теперь начали достижения идти. Типа, что за бред? А почему у меня слетело, я же игру не удалял? У меня все это время игра была, как бы. Ветер. Так, давайте оружие смотреть, что мы за оружие там. Мне неизвестно, только один мне нужен элемент катаны. Это из боссов выдается. Так, у меня 2600. Максимум патронов. Самое имбовое, я помню, в основном я пулемет использовал и дробовик. Максимум патронов. Подожди, то... А, это закупка патронов. Огнемет мне нахер не сдался. Под гранатомета. Это вещь такая. А, одна штука. До хера стоит. Так, подожди, тут максимум патронов. Ладно, короче, пистолет тогда нужно улучшить. Я надеюсь, очень крепкого и легкого сплава этот барабан повышает быстрого огня на да-да-да. На быстрый режим. Что по магии у нас? В принципе, по магии у меня прокачано то, что мне нужно, это щит. Так, это сердце демона. Единственный минус, который я могу в игре, здесь не показано, куда идти. То есть ты на самом деле здесь путаешься и можешь заблудиться легко. Вот куда мне действительно идти? Туда? По палочкам мне идти туда. Ну и тут враги. Типа все запутано. Они типа здесь создавали этих демонов? А, я походу здесь предмет уже забрал. Здесь, скорее всего, должен был быть опыт, но его тут нету. Опыт у нас находится слева внизу, где дракон такой изображен. Когда дракон заполняется, тогда мы получаем то, что мне нужно. Блин, короче, мне нужен автомат. Потому что против вот этих херей только так. Я все это дело помню, поэтому... Подожди, так я эту локацию уже проходил. Не понял. Ребят, я точно помню, я эту локацию уже проходил. Мне предлагают заново пройти одно и то же?
Я был в зараженных этих люках. Может, просто не в ту сторону пошел? Как вариант. Как он получается, когда не в ту сторону идешь? Потому что я помню, я здесь собирал всякие элементы. Я могу два этих доставать. Пулемета. Я просто даже не помню, что мне нужно сделать. Ой. Куда идти? Был тут ли указатель или что типа того? А, все. Только 104 могу, блин. А, тут есть сумка. Тут есть сумка, я могу за счет нее отхилиться. Ладно, я это сделал. Что дальше? Лучше ходить с катаной из-за того, что у меня катана очень сейчас прокачана в плане урона. А туда нельзя. Так, давайте я здесь по-тихому спущусь. А, у меня брони нету уже. Вот это вот плохо. А, мы тогда здесь дрались, здесь тогда не было заражено. Вон оно что. Теперь здесь все заражено, но я все равно не могу куда мне идти. Сюда. Ясно. Найдите, профессор. Сюда. Ну вы видите, тут все закрыто. На самом деле, я не помню, бегать или лучше рывки. Что там было лучше? Она. На фиг вспомнишь, куда идти. Все закрыто. Я запутался. О. Сколько тут всего? Может, где-то здесь я что упустил? Но отсюда я пришел. А, я отсюда пришел, я сюда не могу уже выйти. Прикольно. Либо мне нужно было куда-то в дерево войти, что-то там отсоединить. Я не помню. Я вообще не шарю, куда мне идти. А, вон оно что. Я нашел доктора. А, точно, мне же его лицо нужно было, да? Профессор Накамура, если не ошибаюсь, вы не можете. Но вот и я знаю, что ты аккуратно в это дело с головой. Если мы выживем, отправляйте тебя в госпиталь. Успели гранатом... Ориентировка комментарий...
Окей, теперь мне... По идее, мне нужно идти в обратную сторону. Вернитесь, чтобы открыть ворота. Надо зеленым светом подсвечиваться, куда мне. Значит, там, где была красная кнопка. Так, сохранение прошло. Вот это я называю работать головой. Единственное, что хуже, чем другой, который отпускает плохие шутки, это друг, который отпускает плохие шутки. Ты только что назвал нас друзьями? Лучшими друзьями? Если я убью себя, ты можешь умереть. Пожалуйста. Да. Жош? Да. Да-да-да. Мне бы желательно ценненькое что-то найти. О, еще печенье. Здесь даже как-то пасхалок нету. Не, помню, мы с вами находили там. Или мы даже здесь тоже находили. Уже не вспомните. Здесь главное деньги собирать и все в таком духе. Жалко, да, конечно, что пасхалки у меня... Ну, не пасхалки, а... Необходимые мне... Послетали. Достижения. Ну, а я потом как-то сам их заработаю заново. Все. Я после этой игры даже не знаю, во что поиграть. Ну, типа, что попроходить. Это будет из раздела хоррора, потому что это, ну, частично хоррор-шутер. Так, не нравится мне эта территория. Ай. Да, нужно, короче, спину тоже со спиной смотреть. Так, тихо. Кислотные, ладно, я с кислотными вообще не дела не хочу. Блять. Ну. Ай-яй-яй-яй! А,
Ладно. Ух, выжил. Сохранить. Так, теперь я могу снова это все дело облутать. Там, где мы еще не были снизу. Так, сразу все поперезаряжать. Деньги. Тут денежек нету вообще. Здесь что-то должно. О, аптечка. Неплохо. Много денег. Ящик. Хилка. Карма. Ящик, ящик, печенюшка. Некоторые ошибки слишком увлекательны, чтобы совершать их лишь один раз. Понятненько. Блин, херово, что рели не показывают, куда мне идти. Ладно, пойдем к центру. Это что такое? В чем проблема игры? Она запутана, я не понимаю, куда мне идти. То есть здесь дохера проходов, но... И что мне с этих проходов? А ну ладно, вот проход. Ну ладно, туда он подсвечится более-менее. Так, еще одно сохранение. Наконец-то мы сняли маску. Так, сюда можно попасть. Как-то иным, да, способом? Так, я помню, тут были инвизники. About you throw down a little seppuku action and save us both some time. Вот этих я ненавижу, потому что они телепортируются к тебе. Невидная тварь. Да, но мне дали мало, потому что я оружие не использовал. Если ты используешь основное оружие, тебе дойду больше всего. Ну, типа.
Боеголовочка. Так, я где-то сердце видел, подожди. Где-то здесь валялось сердечко демоническое. Как-то странно, все равно сердце работает. Так, у меня развилка. Вы так говорите, как будто я помню, куда мне идти. Компания «Летающая дикая печенье» с предсказаниями 2013. О, мне хотя бы хилы дают. И то радует. О, это ж от стулья компании? Прикольно. А, еще постеры есть. Ну, мы тоже такое находили, помните, в городе. Так, здесь ничего у нас не было, да? Жалко, что в воздухе нельзя деф делать. Дэш. Как же сложно. F5. Как же сложно вспоминать, куда идти. Ну, я где-то в игру не играл месяца 6. Но мяч на самом деле классная очень штука. Я ж надеюсь, я правильно иду. Да. Говорится, надежда умирает последней, да? Видите, вот о чем я говорю, типа даже стрелочек нету, чтобы показать, куда правильно я иду или нет. Надо закончить эту локацию и потом закончим серию. Я ее, наверное, забросил именно из-за этой и локации. То, что она слишком долгая и неинтересная. Возможно. Возможно. Возможно, так и есть. Дробовик мне не нужен. Так, а здесь может быть что-то. Я очень надеюсь, что это сработает. Ой, плохое предчувствие, ладно. Отправляйтесь в замок силы. А, все, уровень пройден. Найден тайник 8. Ну ладно, не суть. Давайте, короче, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.